Всем привет! У нас в крае прошли хорошие дожди. Наступила прям такая капитальная парилка. И мы среди недели проверяем свои лесные местечки на наличие грибочков. Что же там началось? Сразу на парковке мы обнаружили, я сегодня, кстати, опять с Викторией, мы приехали и сразу на парковке обнаружили очень большое количество дождевиков. Вот таких вот. Поэтому посмотрим, чем лес порадует. Там же на парковке мы еще нашли молодую печеночницу зарождающуюся. К выходным очень хотим съездить за грибами. И сейчас приехали посмотреть, что же в лесу появляется, чтобы хотя бы быть к чему-то готовыми. Ну, вот такой вот первый гриб, который нам попался сегодня в лесу. Это гриб гимнопил юноны. Давайте его сорвем, посмотрим. Этот гриб не ядовитый, но не съедобный. Видите, смотрите, как он ярко-оранжевого цвета, можно сказать, даже такого светло-коричневого. Всегда с юбочкой. Пластинки у него такие красивые, частые. Видите, с жителями он сегодня прямо, он уже старый. Ярко такой вот оранжево-желтый цвет у него, можно сказать, даже с коричневинкой. На запах он, в принципе, пахнет приятно, грибной запах. Но если даже лизнуть этот гриб, я напомню, что он не ядовитый, вы не отравитесь, но на вкус он будет вам горьким. Еще одна находка, это печеночный гриб, но мне кажется, он еще жил до дождя. Сейчас срежем, проверим его. Ну, в принципе, срез хороший. Губка немножко такая вот прям старенькая. Не знаю, брать, не брать такой гриб. Проверим на срезе его. Смотрите, ну на срезе она... Порежем сейчас, попробуем, что там внутри. И определим. О, в принципе, на срезе гриб хороший. В принципе, можно взять. Боже, а это, по-моему, обабок. Смотрите, на его состояние нужно посмотреть. Ну да, это обабок. А, ну мне кажется, он уже все. Да, он пережил дождик, и мне кажется, он уже не жизнеспособен. Ну, привет! О, привет! Пойдем посмотрим, там нашла, но... Что это, нашла? Оранжевый такой, гимнопил. Ну, большие такие, красивые. Гимнопил юноны, да, горький, да? Да, ну, красивый просто. Брать-то мы его с тобой не будем. Но ну, понятное дело. Издалека, вон, я, например, такой не ем. Смотри, какой тяга. Ничего себе, слушай, после дождика как выросла. Да. А я там нашла одну печеночницу, тоже гимнопил попался, один такой вот прям дохленький подберезочка, ну, бабушка. Какой, смотри, симпатяга. Ничего себе. Вот это размерчики. Да. А вон там еще один, смотрите, вот какие огроменные. Ужас, и вот да. Тут даже вон еще один маленький малыш растет. Вот, ну, представляете, кто-то поест, наестся. Размерчики, ух, какие, да. Огроменные. Да, слушай, вообще. Ну все, идем дальше теперь. Вот такие вот малышки зарождаются. Смотрите, какие они прям вишневого цвета, бархатные, прям красивые. Ну что, не будем резать, к выходным оставим ее и посмотрим, насколько же она выросла. Я это местечко запомню. Вика нашла черную лисичку и решила меня позвать, да, показать вам. В те выходные мы тоже собирали эти грибочки. Смотрите, ну вот они уже прям испортились немножко, прям подвяли. В размерах они прям не увеличились так сильно, как с того раза. Но все равно есть. И уже начинают портиться, потому что жарко. А вот здесь вот грибы. Смотрите, какие. Пальцы мертвеца будущие. А вот здесь вот рядышком черная лисичка начинается. Вот ее не видно только. Покажи, вот. Что еще. А вот я вижу, да, тоже. Вот они. Они здесь собирали. Маленькие. Прям кучка. Есть, классная, есть. Одна, другая. Видите, за такими грибами нужно реально охотиться. Вот прям они. Вот смотреть. Смотри, вот, да, они. Вот. Вот они. Вот Вики в руках тоже. Вот еще. Вон они, вот еще. Я прям вижу они. Да, прям растут. Вот да, они. Да, да. Так, не наступить. Прям не наступить вот на них еще. Аккуратно. Вот. Прям семечки такие классные. Надо искать. Все, садимся, ищем. Наберем, сейчас покажем вам, что вышло. Ух ты, а я еще вот такую вот сестрицу нашла, смотрите. Фокус сейчас приближу. Это лисичка серая. Тоже, видите, ее родственница. Одна, правда, я еще больше не нашла ее сородичей. Да, после дождя прям лес преображается. Смотрите, вот они повылазили, эти грибки. Пальчики.
Силярия. Пальцы мертвеца. И дальше вот они, смотрите, прям их видно. Вот тоже. Такие черные устрашающие из земли торчат. А здесь мы обнаружили вот такой вот молодой экземпляр гриба рейши. Посмотрите, какой он на ножке, чистенький, беленький, маленький. Возьмем его, раз сорвали, берем. Я беру его для того, чтобы высушить, а потом уже применять в профилактических целях. Здесь у нас тоже появилась печеночница. Она тоже молоденькая, хорошенькая. Мы сейчас ее вот так вот прикроем, дабы сохранить ее до наших выходных еще 3 дня. Может, ее никто не найдет. Пускай. И здесь тоже, посмотрите, какой зародыш прям маленький. Ну все, надежда на выходные есть. Гриб будет. Да, смотрите, вот прям какая она хорошенькая. Хорошенькая-прихорошенькая. Расти, печеночка, побольше. Кристинка на выходных приедет и тебя съест побольше, чтобы ты была. Набирайся сил, чтобы никто тебя не нашел. Так вот. Красота. Посмотрите, а вот этот экземпляр мы можем смело взять с собой. Вот эту печеночницу. Какая она хорошенькая. Мне кажется, она вот за эти дни дождливые прям подросла. Отличная, чистая, хорошая печеночница. Прям вот возьмем, так сейчас ее обрежем и положим в корзиночку. Красота. Прям хорошая, весомая такая, грамм, наверное, 400 смело будет. Ну, заберем ее с собой. Ну, вот как можно пройти мимо вот такой красоты? Ну точно как, смотрите, благородные два стоят человека. Один и второй гимнопил. Просто красавцы. Оставим их здесь, пускай вот такой вот натюрморт будет радовать проходящих мимо животных и так далее. И грибников тоже. О, смотри, какой нашла. Ух ты! Маленький такой. Вика, какой красивенький. Классный, классный какой. Ух ты! Печеночный гриб. Обалдеть. Классненько. Вот такой можно взять уже. Прям хороший, да, размер. Вроде приятный. Молоденький, но в то же время. Да. Давай берем. Супер. К лисичкам. К лисичкам черным. Лисичка, да. Лисичка, да, прям набрала. Да, вон пакет хороший. Ну да, неплохо получилось. Хорошо. Отлично. Она мелкая. Ее можно будет просто пожарить. Прям просто промыть и прожарить на сковородочке. Да. Она будет очень ароматная, вкусная. А в лесу очень жарко, душно, невероятно. Вы не представляете, всю эту неделю после дождя у нас на градуснике 35 и выше, к выходным просто зажарит. И я думаю, это даст толчок именно к росту хороших грибов, потому что много прям мицелия по лесу рассыпано, видимо, после дождика от влаги повылезали будущие грибочки. Так что надо ехать проверять. Что тогда будет все равно? В этот раз, видите, много печенки, печеночного гриба зарождается. Ну, гимнопил не в счет. Кстати, насчет гимнопила. По некоторым данным, гимнопил. Вот, кстати, сейчас иду и увидела печеночный гриб маленький тоже. По некоторым данным, гимнопил является галлюциногенным грибом. Ну, как мне рассказали, этот гриб, гимнопил, который обладает вот такими свойствами, он распространен ближе к Дальнему Востоку. А у нас якобы он не несет в себе эти качества галлюциногенные. Но мы проверять это не будем, потому что у нас охота спокойная, тихая, радостная. Не будем омрачать такими вещами. А я тоже там нашла сейчас вот буквально такую с горошинку, не стала показывать, снимать. А здесь смотри, какой грибок. Ого, это что такое? Ого. Ого, это, представляете, это что? Да, император был. Ничего себе, не трогай руками, он же плодится. Давай его на ветку повесим. Давай. Ого, размеры впечатляют. Вот это кто-то его не нашел. Ого. Давай его. Ничего себе, да, его. Ой, все. Класс. Все. Размерчики. Размножаться, ну, будет. Супер. А ну-ка покажи, что нашла. Печеночка. Вот тоже. Что, не оставим, заберем? Ну, хороший он. Ну, в принципе, да. Ну, да. Давай, давай, забирай. Тоже. Хороший он. Че? Классная. Молоденький, и все. Ну, какой. Хорошая, да, давай возьму. В общем, печенка, гимнопил из редкорейши. Вот смотрите, какие они огромные. Вот тут что у нас такое красненькое? Что это такое? Ах, это маленькая печеночка. Оставим ее. Вот еще
Но такие же, зараза, красивые. Похожи на дубовиков издалека. Но это гимнопил. Парочка, видите? Прям картина Репина. Прям бомба. Ну, еще один красавец. Вот кто не знает, вот будет идти, заинтересуется этим грибом. А он на самом деле гимнопил. Вот представьте, сегодня гимнопилово печеночный лес. Вот так вот стоит красавчик под деревцем, видите? Еще немножко попалось лисички. Сейчас мы ее попробуем подсрезать. Она такая, видите, небольшая прям. И вот она появляется, прям она какая-то такая не черная, а серая. Красивая. Вика что-то там кричит, нашла что-то, видимо. Посмотрим. Комары кусают, конечно, злостно. Хоть и применяешь какие-то средства, все равно. Смотрите, что я еще обнаружила. Это еще гриб рейша. Вот такой вот. Сейчас мы его достанем аккуратно. Один хороший, другие два плохие. Возьмем только один, который с белым гименофором. Вот этот, а те оставим. Вот так вот. Вика, например, берет такие уже экземпляры, смотрите. Ну, чуть меньше ладошки. Я не беру, я оставляю еще немножко ее подрасти. Запомнила тоже место, где она будет. В субботу приеду сюда, проверю, насколько она выросла. Вот она, смотрите, какая маленькая, молоденькая растет. Вот эту мы не будем срезать. А если посмотреть сюда, то здесь уже размерчик достаточно порядочный. Вот смотрите, какая она прям хорошая и сочная, прям такая уже сочится. Вот эту вот мы оставлять до субботы не будем. Мы ее, пожалуй, заберем. Потому что вот тут вот она уже начинает отбрасывать свой споровый порошочек. Поэтому печеночку эту мы забираем. Посмотрите, какая она хорошенькая и большая. Вот Вика прям удивится, какую я нашла. И тут она тоже хорошая. Можно будет ее взять и что-то из нее вкусненькое приготовить. Вот тут вот присыпем немножко. Там еще на этом месте вырастет еще одна печеночница. А здесь в дупле какая, смотрите, красивая и яркая такая вообще. Я, наверное, сюда не поверну свою камеру. Ну вообще, смотрите, она там такая прям большая. Класс. Сейчас включу, вот смотрите. С подсветочкой. Вот она какая красавица. Тоже оставим ее подрастать. Посмотрим, что же из нее вырастет к выходным. Вот это вот все во враге. Будущие грибы. Какие именно это грибы, я вам не скажу. Меценки какие-то маленькие. Но они прям вообще микроскопические. Посмотрим на выходных, что из них вырастет. Ну, в общем, вот такой вот у нас сегодня поход, разведка. На календаре у нас сегодня, напомню, четверг, 22 августа, конец августа, считай, да? Зонтики так и не начались, мы их не увидели. Ну, может, потому что такая вот неделя у нас была дождливая, в принципе. Не неделя, а дней 5. После дождя последнего на наших местах прошли примерно на одном месте 2 суток, на другом сутки. Печенка подрастает, уже молодая достаточно прям идет. Лисичка серая, лисичка черная, молодые экземпляры. Плюс ко всему этому попадаются у нас такие грибы, как рейши. Поэтому в субботу следующая наша вылазка, я думаю, она будет достаточно продуктивной. Пойдем немного дальше, естественно. Сегодня у нас была разведка по краешку леса, потому что время уже достаточно темно, но вечер, мы прям после работы выбрались. Поэтому на сегодня мы с вами прощаемся. Наша разведка, в принципе, завершилась очень даже неплохо. На выходных увидимся с вами снова. Всем пока!